Первый день осени традиционно называется Днем знаний. Сегодня во всех школах Красного Луча прозвенели первые звонки, возвестившие о начале нового учебного года. Отдохнувшие, радостные, полные сил и нарядно одетые дети собрались на праздничной линейке. Для кого-то в этот день впервые открылись двери в мир науки, а для кого-то первый звонок прозвенел в последний раз. На празднике в первой гимназии сегодня было весело и радостно. Звучали песни, стихотворения, школьники дарили учителям и родителям танцевальные номера. И, конечно же, было там много поздравлений. Мира и отличных успехов в учебе пожелала детям директор гимназии Валентина Рак. С приветственным словом ко всем обратился почетный гость праздника, глава администрации города Красный Луч Юрий Кондратенко. Поздравляю вас с таким праздником. Мы в это мирное время отвоевали свой город. Дети у нас пойдут нормально в школы, в нормальные школы. Мы все сделаем для того, чтобы было уютно и тепло в наших школах. Юрий Анатольевич приехал не с пустыми руками. Всем первоклассникам он привез нужные и полезные подарки от общественного движения «Мир Луганщине» и от себя лично. Такие же подарки получили первоклассники всех учебных заведений города. Посетил глава администрации сегодня и 15-ю школу. Там было особенно торжественно. Для учебного заведения этот учебный год юбилейный. Громче, София, громче! Хочу сегодня всем нам пожелать всегда к вершинам знания стремиться и в жизни никогда не отступать и только с удовольствием учиться. После праздничной линейки все учащиеся школы собрались в актовом зале на общий урок мира. В завершении праздничного дня руководство школы провели экскурсию для Юрия Кондратенко. Главе администрации показали, как учебное заведение готово к новому учебному году.